Сегодня это современный спортивный объект европейского уровня, а еще недавно в этом помещении работал автосервис. Более 300 квадратных метров, 15 столов, трибуны, комфортные раздевалки и кафе. Построил для Самары теннисный центр частный инвестор. Этот объект, он не является каким-то бизнес-проектом компании. Это проект чисто фановый, вот, чисто проект, ну, я без пафоса могу сказать, наполовину социальный даже. Ни в коем случае не элитный объект, объект для массового спорта. Таких залов в Самаре и в области не было никогда. В России можно пересчитать по пальцам одной руки. Дети и взрослые, ветераны спорта и новички. Каждый найдет здесь квалифицированного тренера и достойного партнера по игре. Начинающему теннисисту, в первую очередь, какие-то базовые знания, навыки, да, то есть от 8 до 14 лет контингент будет такой, самых маленьких. То есть понимание вообще, что такое настольный теннис, плюс не только в теннис будет играть, а физически развиваться, то есть разносторонне, чтобы он мог пойти на урок физкультуры, там потянуться, отжаться. Теннисный центр – объект многофункциональный. Первая ракетка планирует проводить соревнования от районного до международного масштаба, а также физкультурные праздники для городских предприятий. При необходимости зал можно трансформировать в волейбольную площадку. Для желающих улучшить физподготовку здесь есть спортивные снаряды. Сергей Кизоркин, Артем Сулайманов. События.